четверг первоклассники 13-й школы были посвящены в кадеты. Патриотическое движение вступили сразу 50 человек, ученики двух классов. Вступая в ряды юных кадет, торжественно обещаю быть добрым и смелым. Посвящение в кадеты – это еще не присяга, но тоже важный момент школьной жизни. Напутственные слова в адрес нового пополнения кадетского движения прозвучали от тех, кто давно находится на службе. Вам еще раз успехов в учебе, родителям терпения. Вы молодцы, что сделали столь отважный шаг. Ну и без вашего внимания и участия в школьной жизни кадетов, ну ничего, конечно, не получится. Ну и, пользуясь случаем, хочется поздравить вас всех с наступающим 23 февраля, с Днем защитников Отечества, вы будущее России, крепкого здоровья вам. Желаю вам эту честь нести с достоинством до конца своей жизни. Приходите к нам на замену, вырастайтесь, обучайтесь, и удачи вам на этом поприще. В торжественной церемонии первоклассники подготовили творческие номера. Ответным подарком для них стало выступление старших кадет и педагогов школы. Как долго готовились к сегодняшнему празднику? Ну, тяжело сказать, как долго мы готовились, потому что февраль, он насыщен праздниками. У нас было на подготовку и к кадетскому балу мы готовились, и параллельно готовились к этому мероприятию. Все равно они еще маленькие первоклассники, для них это все ново, для них это все впервые. Но и в то же время, наверное, на них более четко виден плод своего труда, потому что какими они пришли и какими они становятся на протяжении вот этих вот учебных дней. Всего в школе 6 кадетских классов. По одному в седьмых и шестых, 2 пятых и 2 первых. Причем для города кадеты-первоклассники это совершенно новый опыт. Первый класс мы набрали в 2015 году. Сейчас эти ребята семиклассники. Они приходили в 5-й кадетский класс. Ну, откуда такое решение посвятить в кадеты первоклассников? Мы опирались на опыт других городов, где есть первые кадетские классы, где кадетское движение начинается с самого начала учебы в школе. Этот опыт нам понравился, мы решили его перенять и попробовать тоже. Думаем, что это будет, ну, более такое насыщенное событие для детей, это будет более значимо для них. Вот когда такие они маленькие, сначала мы их посвящаем в кадеты, а потом они осознанно уже примут настоящую присягу. Присягу ребятам предстоит принять лишь в 5-м классе. Но организаторы праздника надеются, что и день посвящения в кадеты ребята запомнят на всю жизнь.